Пушкинский день России. Так звучит название праздника. В этом году он был посвящен 225-летию со дня рождения великого поэта. Уже много лет подряд праздник отмечают в Центральном дворце культуры. Как и всегда, программа оказалась интересной, рассчитанной на разного зрителя. Выступили народный коллектив «Ансамбль классического пения «Муза», коллектив спортивно-бального танца «Селена», вокальный коллектив «Элегия» и хор детской музыкальной школы. Также для гостей праздника работала выставка Щелковской детской библиотеки, посвященная жизни и творчеству поэта. В Щелковском театре также отметили юбилей Александра Сергеевича. Благословенный день и час, когда с теплом родного крова впервые каждому из нас приходит пушкинское слово. По задумке организаторов, концерт прошел в формате музыкальной гостиной времен поэта. Открыл концерт заслуженный артист России Виктор Суханос с романсом «Я помню чудное мгновенье». Солисты и музыканты духового оркестра театрально-концертного центра «Щелковский театр» исполнили романсы на стихи Пушкина, прозвучали также арии из опер. Екатерина Максименко исполнила на флейте нестареющую классику. Своими выступлениями украсили вечер Сергей Есин и Екатерина Мелехова. Анна Приенко, Владислав Реус, Владимир Логачев, Щелковское телевидение.